Welcome back to Vanilla Games, and today I have a great video to show you guys. But before I show you guys, okay, I have something to tell you real quick. It's because I am gonna talk with my friends in Russian. So, yeah, there's no subtitles, but the video is still fun, so please hang in there. And it's really gonna be fun. I put a lot of work in this kind of video because why not, I guess. And I have a lot of fun making this video, and I hope you have a lot of fun watching this video. And yes, it's a long video, so I hope you sit all the way through the video. And from this point on, I will be talking Russian. So, sorry guys, that's just how we talk in the game. I wish you enjoy, and let's go to the video. I mean, VR. Population 1. О. О, полезли. Полезли на дом. О, блю снэк, я вчера его видел. Да? И Роман, это шоколадка? Я духа с ним. О, привет. Привет. Снэк, это шоколадка? Или печенька? Блю Снейк, я не знаю. Где люди, блин? Да. Так вот. Хорошая идея. Так вот, можно завтра это сделать. Отснять видосик. Один и тот же в одну и ту же катку. И тогда со всех ракурсов можно смонтировать. Типа каждого человека килл. Каждого полета. Гораздо прикольнее получается. Самое приятное тебе будет, это что... У тебя, ты ничего не должен делать, ты только должен играть, и у меня я все сделаю. А, ладно. Вот такой видосик нарезать, я вообще не парюсь с ними. Чих-чих-чих-чих, вырезал. Так лишний. Невозможно, я пару часов на этих видосах стою. Ну, потому что вы такие... Мне 6-7, максимум 6-7 часов я на одной... ну, как длинное видео, допустим, длинное, как 3 минуты, и ты можешь хоть запариться на это видео, хоть... 7-8 часов, если я хочу сделать хорошо. Я не издеваюсь над собой. Так, я готовы? Давайте выигрывать, делаю. Давайте сосредоточимся и выиграем, блин. Давай. Поехали, давай, а то мы две игры сыграли, блин, вообще. Две игры вообще бесславно, давайте хардропнем хоть раз. Ну давай, я запарился уже летать два часа, а потом умирать, блин. Да хоть веселее, хоть движуха есть. Ну все. Ядрить, колотить, сколько здесь их. Охренеть, знаете, какое у меня оружие попалось? Сейчас я поломаю. Катана. Я поломал кого-то. Вот. Видишь, какой это, блин. Ты мы играем как старики. Меня убили. Потому что ты поломал кого-то. Ну да. Ну, а откуда? Где там тебя стреляли? Где там убили? Кто-то там меня за один раз снайпер без скопа попал мне как-то. Так, рифай меня, здесь... он к тебе идет? Там здесь какой-то там. Чувак. Вот там. Вот там где-то был он. Сейчас уже нет. Вон там, на счет там вот. Нормально. Вот там вот. А один вот тут вот. Вот тут вот один. Вот здесь один, вот здесь другой. На снайпер выкал. А я его вижу. У меня апаца снайпер. Это как он так делает? У него даже нету никакого скопа на нем. Рефайфишь меня? Я снял ему щил. Ай, блин, зря потратил. Ванила, ко мне быстро, Ванила. Зря потратил зон. Так типа невозможно. Да какая разница, он же выиграли. Снайперить. Ненавижу пугало. Первый раз рад, что я пугало убил. Они меня бесят, не могу как... Потому что есть несколько игроков, которые в этом костюме хорошо играют. Поэтому они меня бесят. А, это ты вонял? Ну да. Пугало. Снайперка. Я понял. Сколько? У меня уже есть два. А, окей. Мне 160 пинг, я могу взять? Могу дать. Можешь взять, могу дать. А как ты видишь свой пинг?
А ты компьютер подключен? Нет, General Settings. А где она? Вот она. Я же узнал, что ты попросишь, я там и патронов набрал. Ой, спасибо. 4 упаковки. Я какой-нибудь бананом потыкал. Ванила, а куда ты попёрся? Лютаться, здесь ничего другого нету. Здесь весь киндом не лутовый, давай вместе держаться. Что ему весь киндом? Это ж хардроп, скорее всего на той стороне тоже кто-то упал. По сравнению со всей планетой, киндом. Знаешь, киндом, да, практически правило. Как они жениться хотели. Кто? Петьку и Чапаева, как они жениться хотели, никто не знаешь? Нет. Да. Петька идет, поэтому по деревне в костюме такой довольный. Вот теперь я у вас чувствую. Чапаев говорит, ты что такой довольный, говорит? Он говорит, а антипулеметчица решила жениться. Говорит, ты что, ты знаешь, что ее вся Кубань уже полюбила? Он такой костюм-то бросает. Ах, она такая и такая. Я не буду не жениться. На следующий день Чапаев. Блять, он в меня попал. Откуда попал стреляю? Еще раз. Откуда стреляю? Издалека. Армори, армори. Вот отсюда где-то. Я не точно поставил. Понял. Балды приблизительно. Знаешь, и. Мол, Чапаев уже идет такой, знаешь, в костюме. Говорит, буду на Аньке пулеметчице жениться. Ты же говорил, что она такая, вся Кубань с ней. Вот отсюда. Он говорит, знаешь, посмотрела на глобус. Что это Кубань? О, так вот он стоит тупой вообще. Вот он, хорошо. Убил. У меня залагало, блядь, вообще. Я его он, о, меня сзади. Это чувак, который я котчу, типа, он рассердился и... Пётр, а что ты туда побежал так далеко? Надо было тебе к нам поближе. Ну, я снайпера хотел убить. Кошка, банан тебе дай? Снайпера больше нету. Здесь банан есть. Теперь я не хочу, чтобы меня отвали. Он типа спрыгнул вниз. Теперь это моя очередь его убивать. Где он? А там. В общем, снайпера я убрал. В зонке есть кто-то? Нет, я просто кидаю. Но кто-то здесь живет. Ну, вдруг есть. Вдруг там. Опа, а это Ванил, ты стреляешь? Вот сюда куда-то он стрелял. Вот интересно. Он. Вот здесь вот он. Ну, блин, лезет на крышу. А, ты побежал? Ну ладно, я тут останусь. Ну, прикрытие ты все равно нужно. Ну я, не, я-то он вижу. Он кого-то отревает. Да, я вижу. Лучше поверху лезть, мне кажется. Там вот эти дырочки тебя могут замочить. Ах ты, бля, я одного грохнул. Только одного. Там двое живых. Заревайвленного или живого? Попал. Целого грохнул. Вау. Там сейчас... Я вот сейчас зарву. Я почти убил одного. Где Ванил, давай с этой стороны. Один стреляйте, а другой попытайтесь оживить. А он ревайвит сам. Вот здесь, Ванил. Дырочки. Убил дырочки. Одного? Хорош. Убил другого? Все, второй. Быстро, ко мне, Петр, ко мне. Иду. Ванил, ты найди щелдов себе. Где он? Так он умер, он в зон гранатик поехал. Убил сквад вайп. А, нет, не сдох. Я всех три убил. Молодец. Да, он там один умер в твоей зон гранате вообще. А, я не кинул. Или я кинул, я не знаю. По-моему, ты и кинул лагов. А, может, я не знаю. Нет, но ты все кинул, три кили мои. Значит, это он не убил. Петр, вот здесь банан еще лежит. Спасибо. Так, с патронами нормально. А где еще их трупики были? Там, по-моему, они бежал где-то. Там целая куча, блин, в зоне все добро осталось. Все добро было здесь с нами, короче. Блин, я такой красавчик профукал. Они по очереди на меня просто набегали, да, и я, получается, одного подамажил сильно, второго... Я без всяких этим, как сказать... О, люди. Давай, там. Ребят, сейчас уже люди будут здесь. О, ты уже в зоне, Ванил, фига себе ты будешь. Ты с ножом бежал? Попал. Ну, пока мы лутались, он тут ерундой не занимался, как говорится. Поманул. Ой, 90 патронов. Это ты ломаешь, да, там?
Вот тут если что. Ай, не попал, почти, почти. О, Ванил, ты видишь, он там вот в дырочку. А вон вижу, летит прямо. в полете. Вот здесь прям вот сюда перелетел. Блять, как бы так прицелиться? В голову попал. Ой, в меня стреляют. А, я не попал, я одновременно выстрелил, не попал с тобой. Хэдшот! 132. Жесткий, жесткий. Голова торчала. Да, да, я тоже, я промазал в тот момент, когда Ванила попал. Битва снайперов, это интересно. Да, я ему шотнул этому гаду. Попал. Товарищ вообще тупо стоит. Вот здесь вот на щитах он стоял вообще тупо. Вот здесь. Так, надо налево поглядывать. Ребята, вы застройте левый бок себе на всякий случай. Вот здесь стреляете. И помните, что тыквы, во фронте или тыквы жесткая тема. Тыква сносит кучу жара. Попал. Да, я знаю. А я нет, он упал. Так, здесь на меня бегут. А иди к нам, Пётр. Не высовывайся так далеко. Мы же в зоне, Чё ты так... Там я просто знаю. 6 человек, чтобы тебя все 6 не выбахнули. И взрывайте тыквы, я они дома отнимают. Я жду дробовиком, сейчас ко мне подойдет. Сейчас просто не время дробовиков. Ванил, осторожно, вон там чувак. Вот тут вот. Да, вот здесь сидит. И смотрите, как я и говорил, слева стреляют, ребят. Слева бьют. Как я и говорил. Вот там оттуда, да. Я его сожру вот там. Ой, у меня, блядь, зависло что-то. Слева бьют, ребят. Слева. Убил. Все, еще один. Слева бьют. Я туда хочу. Добивайте одного. Черт знает где он. Где он? Ну где-то здесь усит. Ой, там он. Не бери хилька. Спасибо. Нужна граната. Я к нему иду пулеметом. Тихо. Тихо. Я кинул гранату простую. Убил, скот лайф. Молодец. Молодец. Так, ребят, люди, я говорю, там. На мне уже чуваки. Да иду помогать, боже мой. Не переживайте. Здесь все будет нормально. Блин, они голову. Меткие. Они меткие, да, и они... У меня щелда нет. Так, они с револьверов стреляют, гады, ненавижу. Да, блядь, больно устроился. Жива. Попал, убил. О, вам дроп. Ой, ну я пошел кушать его. Где дроп? Я пошел кушать. А где они? Где они? Можете точечки поставить? Один здесь, а другие там. Так, Ванила убил одного. Еще три там, рефайфл он. Я на дроп иду кушать. Иду кушать. Блять. Так, дроп у меня тут тоже. Там есть что еще прикольного? Что за оружие там? Плохие. Сейчас можно убить кого-то бить. Давай. Ладно, я повыше пойду, а то у меня брони нет. Ой, на Петре там кто-то. Да, меня убил. Еще один, можно я его убью? Можно, пожалуйста? Убивай, хочешь. Где он? Уйди, Поттер, там впереди. Назад иди. Вот здесь, иди. Здесь. Вот здесь, в зоне. Что... Да. Ну. Он заревает сейчас. Ну тогда можно отступить. Можно дать ему заревайвить по ней. По ней, дай заревайвить. Я его убил. Все, выиграли. Вот видосик. Вот, хардроковец, нормальная игра. Я вообще что-то не стрелял, правда. Ну ладно. О, 10 киллов. Смотри, 10. Вы же несли, короче. О, 1000. Ну, 17. Ну, вот, если бы тебе фраг я не отдал, было бы по 9. Чего, какой фраг? Я не использую никакие фраги. Ну, так только что тебе оставили фраг.
Я не пользовался, который я даже не подбирал. Да ладно. Не, посмотришь видос и увидишь, я не подбирал. Я снимаю. So yes guys, this is the end of the video, and if you stick all the way from the beginning to this point of the video, I'm amazed with you. So it really helps my algorithm out with the views to get more recommended on my YouTube page, and the views are going up. So leave a like, subscribe if you didn't already, if you like this video, and type in the comments if you want to see more kinds of videos like this or something else. Yeah, this was Vanilla Games. I hope you enjoy, and this was me. Goodbye!